Добрый день, дорогие друзья! Ну, как и обещали, шатры, розыгрыш шатров, вы это все видели. Как и обещали, новые органайзеры в качестве доп-опции. Вот, видите, то есть в базе идет вот такой. Да, ну, цвет взяли первый попавшийся, это шатры разных цветов. Вот такой идет в базе, внутри карманчика. Вот тут растяжки лежат, тут чехольчики, мешочки. Еще растяжки. Вот такой чехол. Это будет в базе идти. Об этом мы уже говорили. Дополнительно будет идти вот такой вот длины органайзер на 18 карманов. Смотрите, и под сеточками кармашки разной глубины, разного диаметра. И такие выпуклые карманы. И с сеточкой, и обычные на резинке. То есть на любой вкус и цвет. То есть, ну, полностью его забивать не будем. Просто вот как вариант. Все, что у вас мелочевка есть, всегда можно убрать в этот шатер. Второй органайзер, да, он как раз в гамме этого шатра, может быть, даже маленько сливается. Это угловой, чтобы он, во-первых, пространство как бы не съедал. Он с бортиками. Здесь пластик, и здесь используется пластик. Чтобы полки не прогибались, чтобы они не размокали. И присутствуют бортики, чтобы вы сюда что-то положили. И, допустим, присутствует ветер вот такой вот. И у вас отсюда ничего не скатилось и не выпало. То есть на любую полочку бросили, положили там, не знаю, телефон, ключи, одноразовые тарелки, туалетную бумагу, все что угодно. Ну, уж чего в шатре положить. Сколько бы органайзеров стены не вешал, все всегда полные. Поэтому, ребята, смотрите, они уже доступны. Но это не в базовой комплектации. Это кому для своего шатра именно надо. Может быть, кто-то скажет, да не надо нам ничего, вот этого вот маленького вполне достаточно, бросить телефон, бросить ключи, все остальное у нас есть куда положить. Да, не вопрос. Поэтому мы не навязываемся. Если вам надо, если у вас даже шатер другого производителя, но нет таких чудных органайзеров, вы всегда можете их приобрести. Этот можно хоть здесь, ну, на любую стену, где вам удобно, с подручным передвинуть его. Он везде висит, здесь-то липучка в креплении. И, говорю, 18 карманов. Здесь 4 полочки. Он крепится в трех точках. Крепится на фастексы. То есть он уже никуда не девается. И в любой ветер все вещи, которые вы положили на полку, вы будете знать, что они отсюда за счет вот этих бортиков не убегут. И если что-то тяжелое, они не проломят полочку. И не вывалит. Даже если вот видите, я усилия прилагаю, и он маленько прогибается. Но отсюда никогда ничего не выпадет. Какой бы, вот видите, создаем, не знаю, шквальный ветер. Порывистый причем. Да, но может быть будет здесь трястись, но отсюда не выпадет. За счет вот этих вот бортиков. Так что смотрите, выбирайте. Ну и как всегда, ребят, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока.